Кампания по вакцинации против гриппа стартовала в сентябре. До 1 декабря все желающие могут поставить прививку против этого заболевания в любом лечебном учреждении района. Кроме этого, на центральной площади каждый понедельник и пятницу с 2 часов дня до 6 вечера работает передвижной ФАП. После осмотра врача и заполнения согласия на проведение вакцинации вам сделают прививку против гриппа. Все довольны, потому что это очень удобно. Не надо стоять в очередях к терапевту, чтобы попасть в процедурный кабинет. Вот. И люди, кто часто прививаются, и как бы ежегодно, они говорят, что очень легко переносят их. И нет никаких последствий. И в дальнейшем, если заболевают, то они более в легкой форме все это протекает, либо не болеют вообще. Первый раз решилась, потому что муж делает ежегодно, и каждый раз я вижу, что у нас вся семья болеет, я 2 детей, а муж как-то не болеет. Вот решила последовать его примеру. Врачи подчеркивают, вакцины достаточно, хватит всем. Защитить себя и свою семью от гриппа, опасного осложнениями заболевания, долг каждого. Во всяком случае, никогда не отлыниваю и отношусь положительно к этому. Считаю, что это все надо делать, надо, тем более в возрасте, когда. Чем раньше вы поставите прививку себе и своему ребенку, тем быстрее в вашем организме выработается стойкий иммунитет против гриппа. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».